Более 80 потомков Александра Сергеевича Пушкина со всего мира впервые встретились в Москве. 4 июня 2009 года в Государственном музее Пушкина открылся первый всемирный съезд потомков поэта, приуроченный к 210-й годовщине со дня его рождения. Пушкин учил нас гордиться славой своих предков. Писал, что не уважать ее есть постыдное малодушие. Судьба разбросала потомков поэта по разным уголкам мира. Но нынешний пушкинский праздник собрал их вместе, возвратил к истокам пушкинского рода, привел на те улицы, по которым ходил когда-то великий предок. Уверен, что всемирный съезд потомков Пушкина станет отныне традиционным, чествованием памяти поэта в Москве. Сейчас в мире проживает 234 человека, связанных кровными узами с великим поэтом. Семейное древо Пушкиных сильно разветвилось, оно насчитывает 58 фамилий. Эти люди проживают в самых разных уголках планеты, от России, Германии и Франции до Марокко и Гавайских островов. Первый всемирный съезд дал им уникальную возможность познакомиться друг с другом. Дорогие родственники, дорогие наши друзья, все, кто пришел сегодня в этот чудесный дом, музей Александра Сергеевича. Мы сейчас не будем выяснять нашу родословную. Мы просто будем преклоняться перед светлым именем Александра Сергеевича. Только ему и Наталье Николаевне мы благодарны, что мы живем на этом свете. Поэтому мы все своей жизнью, своей работой, своими какими-то заботами должны оправдать великую фамилию Александра Сергеевича Пушкина. Всемирный съезд потомков рода Пушкиных, по мнению организаторов, имеет важное значение для патриотического воспитания молодежи, для сохранения исторической памяти и связи между поколениями. В работе съезда приняли участие потомки других прославивших Россию родов, организаторы и хранители музеев, посвященных их великим предкам. У Толстых это уже традиция. Мы собираемся каждые 2 года, и вот таких 5 больших международных встреч Толстых прошло за последний год уже в 21 веке. Точно так же собираются и представители рода Лермонтовых, собираются и Шолоховы у себя в Вешенской. Поэтому, мне кажется, нам стоит подумать уже о какой-то всемирной встрече потомков великих литературных родов России. Давайте объединяться, давайте быть вместе. Я просто рад вас видеть. Это действительно гордость России, это действительно счастье России. И еще раз повторяю, что если эта наша встреча состоится общая, то я верю, что мы сможем проехать всю Россию с триумфом. Гости форума надеются, что подобные встречи со временем превратятся в добрую традицию, которая будет собирать вместе потомков рода Пушкина и его духовных наследников. Хотел бы сказать отдельные слова благодарности всем потомкам Пушкина. Не тем потомкам, которые являются потомком по крови, а именно тем потомкам, которые являются духовными наследниками Пушкина. Всем тем людям, которые ежедневно, кропотливо работают над наследием. Это и архивная работа, это работа в музее, это работа актеров, которые прославляют на сценах Пушкина. Спасибо вам большое за то, что вы есть и за то, что вы делаете.